общем, блогерство я понимаю как маневрирование в ткани жизни не по проторенным путям. Не по проторенным путям. Понимаете, в чем дело? То есть, ну, заметили, да, что мы же все живем по своей линии жизни. Правильно? Ну, ясно, там не буду говорить семья, работа, но хотя это уже, как говорится, яркий показатель того, что мы живем по определенной линии. Ясно, что мы можем любить свою работу, любить свою семью, да, но это не отменяет того, что это линия, в которой мы находимся. То есть вообще вопрос чувств, он, мне кажется, очень часто абсолютно отдельно существует. То есть есть чувство, есть реальность. Вернее, реальности никакой нет. Есть то, что нам представляется этой реальностью. И есть наши чувства, видимо, не поддельные. Все-таки наши чувства, ну как они могут быть поддельными? Наши чувства не могут быть тем, что нам кажется нашими чувствами, правильно? Ну, сложный метафизический ролик. Могу сказать, что вот именно блогерство в моем случае, то есть сначала я говорил немножко по-другому, то есть сейчас это входит в такую стадию, что это, во-первых, я один с камерой, во-первых, блогер, он должен быть один, так же, как любой человек искусства. Хорошее название, кстати, у Рички. Вот. И он, блогер, должен быть один, и потом он должен маневрировать, то есть он должен как-то... Вот сейчас я иду не по проторенному пути, безусловно, хотя я наладил лыжи в Казань, но и там мы попытаемся с вами вот это делать. То есть получается, я один с камерой, но я один с вами, вот. И я буду с камерой залезать во всякие закоулки, во всякие подмышки, влагалища и мозговые извилины жизни, и там, как говорится, снимать и вам показывать. Так что всем хорошего дня.